снова я вас приветствую. И снова сегодня макияж на Хэллоуин. Так как я начала более-менее с простых, и предыдущий макияж я особо не доработала, особо не заморачивалась по этому поводу. У кого какая фантазия, не обязательно повторять за друг дружкой. Можно взять что-то за основу, а добавить уже что-то свое. Просто было вдохновение, хотелось снять видео. Хотелось именно сделать что-то такое вот сумасшедшее немного, но в то же время простое. Так как мы начали с простого, я хочу сегодня сделать также простой макияж, но немножко усложнить его, так сказать. Сделать что ли красивее, я не знаю, сказочней. У меня есть фотография, я ее обязательно вставлю. И вот в таком плане что-то я буду делать. Я извиняюсь, у меня за все видео может скрипеть очень стул, так как он просто скрипит. Наносим тональную основу. У меня от Lumine. Наносить буду блендером. Ну и самое сложное — это глаза. Так как у меня нет цветных теней, вернее, они есть, но они в ступино, и я их с собой не брала. Я вместо теней буду использовать жидкую помаду. У меня это такой красный темный оттенок. И покамест я буду наносить, наверное, пальчиками, я так думаю. Я пока еще сама не знаю, что именно мне нужно сделать. На фотографии не особо понятно, что и как там. С верхним веком немножко определились. Теперь нужно как-то нижнее немножко подкорректировать. Буду этот же оттенок наносить и немножко так растушевывать сразу же. Мне кажется, что чего-то не хватает, и я сейчас возьму, наверное, добавлю помаду от NYX, темный оттенок, не помню ее название, Лос-Анджелес. Теперь я буду его наносить ближе к водной линии, чтобы затемнить, так сказать, ту область, чтобы, получается, глаза были выразительные такие. Подтушую блендером немножко. Как-то так. Возьму черный карандаш и прорисую водную линию. И растушевываю карандаш. Именно бордовым карандашом я буду прорисовывать контур губ, так как на картинке. Мне нужно это все закрасить тем же оттенком, которым у меня сделаны глаза. Теперь контур мне нужно прорисовать той же помадой от NYX, таким темным оттенком. Мне показалось мало этого контура. Добавлю еще черный. И растушую. Крашу ресницы и нижние тоже. Мне еще кажется мало ресниц. И я возьму, добавлю черный карандаш именно под ресничный край. Ну и окончательный штрих — это у нас веснушки. Вот и все. Я надеюсь, такая идея макияжа на Хэллоуин вам понравилась. Ну, а я с вами прощаюсь. Ждите новых превращений и пока-пока.